15 марта по всей России проходит голосование для выбора президента страны 2024. По этому случаю на территории Каспийска была организована работа 31 участковой избирательной комиссии, которую ведут свою деятельность уже третий день с 8 утра до 8 вечера. Председатель территориальной избирательной комиссии Каспийска Лина Перцева рассказала об активности горожан в период голосования. Люди идут активно на выборах президента Российской Федерации. Вы, наверное, сами видели на избирательных участках. Людно. Идут семьями, идут с маленькими детишками. Вот. Очень приятно видеть оживление на избирательных участках города. За ходом голосования следят порядка 82 общественных наблюдателей от Общественной палаты Республики Дагестан. 31 наблюдатель от доверенного лица, самовыдвиженца, кандидата президента Российской Федерации Владимира Путина. И 31 наблюдатель от местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Отметим, что за период голосования жалобы и заявлений на работу наблюдателей в избирательных участках не поступало. Кроме того, для некоторых граждан, которые в силу своих обстоятельств не смогли прийти на голосование, была организована следующая помощь. Граждане, которые избиратели в силу того, что где-то ранее проживали, зарегистрировали здесь позднее, уточняли список избирателей в установленное время, когда мы передали списки избирателей в участковой избирательной комиссии. Многие избиратели воспользовались функцией мобильный избиратель и голосовали по месту своего нахождения на территориях города Каспийска. Активно голосовали военнослужащие, участники СВО, взрослые и пожилые, а также молодежь, только достигшая совершеннолетия. Объявки посещаемости за эти три дня рассказала председатель территориальной избирательной комиссии города Каспийска Лина Перцева. Явка избирателей на 15 часов третьего дня голосования по городу составила 75,9%. Первый результат об итогах голосования на выборах президента Российской Федерации, я думаю, будут известны вот после окончания времени голосования, когда участковые комиссии подведут итоги и привезут итоговые протоколы о результатах голосования в территориальную избирательную комиссию. На 6 избирательных участках муниципалитета использовались электронные средства голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Жалобы заявлений не поступало. Поэтому подсчет голосов там будет автоматических, и мы их ждем уже прямо к 20:30, я думаю, ближе к 21 часу. Участковая комиссия с протоколом итога голосования будет в территориальной избирательной комиссии. Планируем завершить ввод протоколов об итоге голосования до 2 часов утра 18 марта. Напомним, что сегодня, 17 марта, финальный день выборов президента Российской Федерации. Остались считанные часы до завершения выборов президента 2024. Убедительная просьба ко всем горожанам прийти на избирательные участки и отдать свой голос до 20:00 вечера. Ведь это важно для будущего России.